Масштабная прививочная кампания против коронавируса продолжается в Одинцовском округе. На сегодняшний день первым компонентом привиты уже 49 901 человек. Из них 45 429 вторым. Вакцинация от COVID-19 по-прежнему бесплатна. При наличии паспорта и полиса ОМС прививка доступна всем желающим старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Пункты вакцинации организованы в торговых центрах и в медицинских учреждениях.